Площадка на Сиреневом бульваре станет больше. Новое оборудование появится возле филиала школы 83. Филиал учебного заведения, в котором дети остаются на продленку, находится в здании номер 16 по Сиреневому бульвару. Учителя жалуются, на площадке нет ни игровых, ни спортивных снарядов, даже скамеек. Разумеется, в группе продленного дня дети должны много времени уделять отдыху на свежем воздухе. И территория филиала школы 83 для этого практически не приспособлена. Свою просьбу педагоги озвучили на собрании жителей 15-го муниципального округа. Его глава, в свою очередь, пояснила, проблему решат за счет строительства городков в соседних дворах. У нас есть одна рядышком площадка, которая находится здесь, вот совсем рядом. Там есть оборудование, но его нужно доукомплектовать, эту территорию этой детской площадки. На 16-й год это у нас запланировано. За последние два года в 15-м округе появилось около 30 детских городков. В этом году на ремонт площадок выделено чуть больше 2 миллионов рублей. Сейчас составляют список адресов, где проведут демонтаж и замену оборудования.